Традиционный фестиваль «Сочи Арт Мир» стартовал 2 мая. В течение недели выступления начинающих и уже известных музыкантов, артистов и танцевальных коллективов оценивало профессиональное жюри. Конкурсы прошли в 7 номинациях – танцевальное, вокальное, музыкальное, изобразительное, эстрадно-цирковое искусство и театр мод. Также в рамках фестиваля известные деятели культуры провели для участников мастер-классы. От фестиваля к фестивалю все время процесс улучшения был. Я ставил задачу такую, чтобы, во-первых, чтобы профессионализм поднялся. Вот. Отсюда мы мастер-класс проводили специально. Я приглашал первых людей, так сказать, вот, мастеров, так сказать, со всей России. Мы говорили о том, что каким путем нужно повысить профессиональный уровень. И сегодняшний показатель совсем другой был. Вот как никогда, сейчас очень высокий уровень. Лучшими среди коллективов стали ансамбли из Томска, Тобольска, Улан-Удэ, Нальчика, Нижнего Новгорода, Самары и Сухума. Гран-при досталось хореографическому ансамблю «Танцы народов Дагестана». В вокальном исполнении отмечены солисты из Краснодарского края и Москвы, а лучшим признан Олег Акуратов. В следующий раз артисты со всей России соберутся в январе. Тогда откроется 8-й международный фестиваль-конкурс «Сочи Арт Мир». Организаторы уверены, что количество участников увеличится в несколько раз. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.